Добрый вечер всем. Звенигородская. Мы в Звенигороде. Здесь был Чехов. Как обычно, это кафешка. Сегодня воскресенье. Решили доехать до церкви. До монастыря, точнее, не до этой церкви, до Савино-Старожерского монастыря. Сейчас прокрадемся. Весь день сегодня был занят работой. Я работала весь день. Коля работал весь день. Поэтому к вечеру уже уставшие. Поехали. Просто очень сильно хотелось перед рабочим днем сменить обстановку. А сменить обстановку лучше всего съездить в церковь. Очень хорошо становится. Всем советую. Господи, опять крестится. Значит, что хотела сказать еще? Что-то забыла. Это что-то на амнезийном. Что, возьмем с собой девушку? Обожаю этот подъем. Здесь так красиво. Еще бы Коля быстро не ехал, мы бы с вами полюбовались, конечно. Но у Коли быстро не ехать не получается, потому что тут горка. Ну вот мы на месте, 15 минут, 20, и мы тутоньки. Каких? Вон мы уже приехали. Вот, приехали. Ну от дома, я говорю, 15-20 минут, и мы доехали. Сейчас служба идет вечерняя. На месте. Здесь красивая осень, посмотрите, какая. Уже правда это. Красота. Мы тут у стен монастыря до сих пор. Съели по пирожку, пошли полюбоваться на виды. Там внизу, вон там тропинка. Вон она. Она ведет к источнику. Но мы не взяли с собой никакой тары. И что-то здесь не купили, и не пойдем. Красиво. И дорого тут жить. Дорогие дома. Думаю, да. Вот. Колодец преподобного Саввы. И здесь общий план. Ну, у нас был подробный обзор на этот монастырь. Да, получается, мы были вот здесь вот. Да, вот в этой церкви мы были. Вот на этом, напротив этих часов. Получается, а это где-то там. Ну, рыбное хозяйство. Где-то вот за... Вот там влево. Да, где-то там. Колодец вот там. Угу. Все, поехали. Он же без сахара, что ты его пьешь? Сегодня у девок будет вискас. Время 19:22, как час уже стемнело, и у нас шаром просто покати на улице. У нас до сих пор не переставлен режим на уличных фонарях. Вот они. У-у-у, тишина, бля. Люди с фонариками ходят, и мы сами. Вот сейчас с фонарями машины. О, добрый вечер. А вот люди идут с фонариком. Вот, точнее, едут на велосипеде. Представляешь? Алло, ты не спишь? Выйди на минуточку. Можешь? А что там? Да надо мне тут на секунду.
Коля, я начинаю снимать, Коля встает и толкает мою руку постоянно. Что это за прикол? Угу, поэтому он не хочет, чтобы я снимала, да? Так, время 11:30, мы ложимся спать под... как он называется? Зона комфорта. Зона комфорта, вот. Всем спокойной ночи. Спокойной ночи, пока. Приятного просмотра. Смотрим зашкварные истории. Да. Новый шорт у нас уже в 4 утра. По Москве будет на канале.